Сегодня мы переходим к изучению еще одной темы. У нас осталось буквально несколько тем, прежде чем мы перейдем к заключительной части курса, где я буду говорить о библейском богословии в его связи с богословием систематическим, изучением Библии, молитвенной жизнью, проповедью и так далее. Но пока мы продолжаем рассматривать отдельные темы в контексте Божьего замысла собрать свой народ в назначенном Богом месте, где он будет жить по Божьим законам в присутствии святого и любящего Бога. Это общая картина, глобальный Божий проект. И на сегодняшнем занятии мы поговорим о том, что значит жить по-божьему, по Божьей воле. Слева и справа от меня распечатки и ксерокопии для тех, кто не получил этих материалов в электронном варианте. Безусловно, тема эта весьма обширна. Позвольте снова в качестве введения обратить ваше внимание на одну, как мне кажется, фундаментальную аксиому в Священном Писании. Вкратце она звучит примерно так, и, кстати, имеет самое прямое отношение к теме богоугодной жизни. Отношения налагают ответственность. Итак, отношения налагают ответственность. Примеров этому в Библии великое множество. Я же предлагаю открыть пророка Амоса, который жил в 8 веке до нашей эры и пророчествовал в Северном царстве. Первые несколько глав книги пророка Амоса представляют собой, на мой взгляд, прекрасный образец проповеди. Если вы помните, данная книга начинается так. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле. Любопытное наблюдение, которое, возможно, мы разовьем позже. Откровение, Слово Божие, было дано пророку в видении. Он не просто слышал, но и видел. В дни Озии, царя Иудейского, и в дни Иеровоама, и так далее. За 2 года перед землетрясением. И далее он провозглашает Божий суд над соседями Божьего народа. И сказал он: «Господь возгремит Синаем». Стих 2. А затем останавливается на Дамаске. «За 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его». После этого пророк переходит к Газе. «За 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее». За Газой следует Тир, потом Едом, далее сыны Амоновы. Во 2 главе Амос возвещает суд над мавитянами, а в 4 над Иудой. Нетрудно представить, как ликовало Северное царство. Ведь это не просто недруги, а недруги из Грин-Бэй, то есть Иуда, соперники, братья. За 3 преступления Иуды и за 4 не пощажу его. Однако потом мы доходим до 6 стиха. За 3 преступления Израиля и за 4 не пощажу его. Иначе говоря, вас, северяне, это тоже касается. Полагаю, что в этот момент ликование стихло. В первых 2 стихах 3 главы Амос как бы подводит итог. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, будто обвиняя свой народ в суде. И не только южан, но и северян, ибо мы читаем, «Сыны Израилевы на все племя, которое вывел я из земли египетской». То есть Израиль не ограничивается только Северным царством. «Только вас признал я из всех племен земли. У меня с вами особые взаимоотношения», вот что это значит, которые восходят к книге «Исход», к завету с Авраамом, избавлению Израиля от египетского рабства. «Потому и взыщу с вас за все беззакония ваши. Иначе говоря, с вас я спрошу строже, ибо такие отношения налагают особую ответственность». Вот о ней, об этой ответственности, мы сегодня и будем говорить. Ее и будем обсуждать. Итак, опираясь на данное введение, как напоминание об общей картине Божьего замысла,
Опираясь на тему занятия «Богоугодная жизнь», а также аксиому, согласно которой отношения предусматривают ответственность, давайте рассмотрим тему «Обязанность Божьих творений». Обязанности Божьих творений. И начнем мы с того, с чего начинается и сама Библия. Бытие 1.1. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Выражаясь философским языком, это самое фундаментальное метафизическое разграничение в рамках библейского понимания окружающей действительности. Разграничение творения и Творца. Творца и творения. И этот статус творения, то есть создание Творца, справедлив абсолютно для всех людей во всем мире во все времена. Для всех людей во всем мире во все времена. Мы — творение. Мы — люди. И этот статус налагает на нас определенные обязанности, определенную ответственность. В чем она состоит? Во-первых, давайте рассмотрим пункт плана, который звучит как культурный мандат. Иногда он также называется мандат творения. Описан он в самой первой главе книги Библии. И эти слова мы слышали неоднократно. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил и Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Некоторые богословы именуют данное поручение культурным мандатом. То есть это авторитетное поручение от нравственно-законной власти, которая ставит перед нами задачу. В данном случае обладать землей, подобно Богу, владычествовать над ней, плодиться, размножаться, наполнять землю, осваивая ее. Иными словами, нам поручено отражать Бога функционально. Таким образом, что бы еще ни входило в понятие «образ Божий», эта функциональная составляющая в нем присутствует. Важно отметить, что мандат этот никто не аннулировал, никто не отменял. Причем дается он, в зависимости от того, какого рода творение мы собой представляем, вкупе с долгом поклонения, что переносит нас теперь уже в самый конец Библии, из начала в конец. Откровение, глава 4. Один из замечательных текстов этой книги, описывающий видение Иоанну, небо и того, что там происходило. Начну читать с 9 стиха 4 главы. «И когда животные воздают славу и честь и благодарение сидящему на престоле, живущему во веки веков, тогда 24 старца падают пред сидящим на престоле, то есть перед Богом, и поклоняются живущему». Тему поклонения мы еще будем рассматривать подробнее отдельно, но немного позже. Здесь же описывается надлежащее поведение в присутствии великого царя, величественного царя. Итак, они падают пред сидящим на престоле и полагают венцы свои пред престолом, говоря, «Достоин ты, Господи, принять славу и честь и силу. Ты достоин». В самом сердце такого поклонения лежит ценностное суждение. Однако на чем оно основано? Чем обосновано? «Ибо ты сотворил все». «И все по Твоей воле существует и сотворено». Итак, основанием для поклонения служит признание Бога Творцом. Мы же Его создание, равно как Его создание старцы, а также животные
который воздает славу и честь и благодарение сидящему на престоле. Они проявляют должное почтение по отношению к великому царю. Эта мысль усиливается с помощью антитезы. Кстати, хорошо, я сказал, надо бы записать. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Послание к римлянам, 1 глава, стихи с 18 по 32. В этом фрагменте апостол Павел отстаивает свой аргумент, главы с 1 по 3, согласно которому, независимо от того, кто ты, еврей или нееврей, язычник, идолопоклонник или учитель закона, то есть тот, кому выпала честь иметь Тору, закон Божий, согрешили все без исключения и лишены славы Божией. Таков аргумент, и вот его первая часть. Начну читать с 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им. Ибо невидимая Его вечная сила, Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен во веки. Аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобные мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похоти друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срамы, получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют». В контексте нашей темы стоит обратить внимание на то, как описываются люди, не прославляющие живого истинного Бога, на необходимость чего указывает само творение. Вместо этого человечество поклоняется совершенно иному. Люди не прославили Бога, не возблагодарили Его. Они не воздали ему честь, но стали поклоняться другим вещам. Так, раз за разом, в стихах 24, 26, 28, мы обнаруживаем, что форма Божьего наказания, хотя следует оговориться, что она не единственная, одна из форм Божьего наказания, которую мы наблюдаем как в Ветхом, так и в Новом Заветах, это предание людей тому, что им нравится. В итоге они пожинают то, что сеют. Они служат твари вместо Творца, что влечет за собой самые разные последствия. Это антитеза, картина, противоположная тому, о чем мы читаем в Откровении 4. Мне кажется, было бы продуктивно поместить эти тексты в формат диалога. Кроме того, данный фрагмент из «Римлянам» свидетельствует о том, что, и этот вопрос обсуждается в курсе систематического богословия в рамках темы общего откровения, как она формулируется в богословии, что само творение дает достаточно оснований для вывода о безумии идолопоклонства. Что же произошло?
Грехопадение привело к тому, что мы, как творение, стали воспринимать свои обязанности в искаженном свете. Поэтому в Ветхом Завете, равно как и в Новом, например, в книге Деяний или в рассматриваемом нами послании, мы читаем о том, что люди взяли на себя обязательства по отношению к тому, что сами же и придумали, то есть к идолам. Однако в намерение Бога входит возрождение истинного поклонения через установление своей воли. Но подробнее об истинном поклонении немного позже. Недели через две. Сейчас для вас главное запомнить, что отношение предусматривает ответственность, которая возникает по факту нашего тварного происхождения. Посему, даже если вы никогда не слышали Евангелие Иисуса Христа, ответственность эта на вас все равно лежит, поскольку вы были и остаетесь созданием своего Творца. Эту мысль можно было бы развить дальше, что я и делаю на занятиях по систематическому богословию. В самом творении Бог заключил достаточно оснований для вывода о глупости идолопоклонства и мудрости, проявляющейся в стремлении к поиску того, из которого не сделаешь идола.